Всем привет! Подписчики, друзья, просто случайный зритель. Еду на тренировку и пока, как всегда, отвечаю на очередной вопрос, который вы мне прислали. Звучит он так. От девушки, я понял, она только родила, спрашивает, как после родов, какими упражнениями после родов вернуть животу прежнюю красоту, прежнюю упругость, при условии, что питается она правильно, соблюдает принципы питания. И это очень важно, потому что я всегда везде во всех своих роликах, статьях говорю вам о том, что питание на первом месте. Многие думают, что необходимо с утра до вечера качать мышцы живота. Разделяют еще эту бедную абдоминальную мышцу на участки, на зоны. На самом деле это одна мышца. Не существует верхнего пресса, нижнего пресса. Что нужно учитывать в этой ситуации? В этой ситуации нужно четко понимать, какой образ жизни вы вели до того, как забеременели, тренировались ли. А вы знаете, что сейчас многие тренируются даже во время беременности, чуть ли не до самих родов. И это нормально, на мой взгляд. Тем более, что существуют специальные гимнастики для беременных, которые помогают потом легче переносить роды. Так вот, естественно, если вы раньше тренировались, вам будет проще, быстрее прийти, придать своему телу, в том числе и в области талии, эстетический вид. Но если вы не тренировались или тренировались так, в качестве физкультуры, до того, как забеременели, то проще, лучше и правильнее будет начинать с обычной статодинамики по Силуянову. Во-первых, у нее нет никаких абсолютно противопоказаний. Она не повышает давление, не несет нагрузку на суставы, на кости и целиком и полностью нагружает наши мышцы. Самое интересное, что такие упражнения, как приседания, становые тяги, будут являться первостепенно значимыми. Потому что по степени воздействия на весь наш организм никакие упражнения не сравнятся с этой базой. И упор нужно делать на них, как всегда. Единственное, понимать, что возвращаться и начинать тренировки нужно как после долгого перерыва. То есть, как минимум, с весами в 50% от тех, к которым вы привыкли работать ранее, а то и меньше. И постепенно увеличивать нагрузку. Я не рекомендую работать в тренажерах, как всегда, потому что это будет на самом деле даже контрпродуктивно. И не стоит бегать, изнурять себя кардио. Единственное, будет полезным прогулки. Чем больше вы будете гулять пешком, тем полезнее вам будет. Тот, кто регулярно смотрит мои ролики, видит, что в принципе нет никаких отличий в рекомендациях, никаких различий. И индивидуальный подход может быть только в том случае, если были какие-то осложнения, или есть какие-то противопоказания, или есть какие-то хронические заболевания. Для простого человека все однотипно. Все, что хорошо для одного, точно так же будет хорошо и для другого. Это что касается тренинга. Естественно, в питании вам нужно ориентироваться индивидуально и учитывать в этом свою конституцию тела. Так что, друзья, занимаясь по нормальным базовым программам, грамотно питаясь, вы будете получать пользу, удовольствие.
Но на что стоит обращать внимание? Особенно, когда вы после родов. Во время беременности ни для кого не секрет, что на женщину возлагается такая огромная нагрузка, а именно на поясничный отдел позвоночника. И, естественно, в этот момент у многих происходят и грыжи, и протрузии случаются. Стоит обратить внимание на гимнастику, которую я вам постоянно рекламирую. Но она уже не нуждается в рекламе, потому что помогла уже не одной тысяче человек. Мне постоянно каждый день приходят благодарственные отзывы. Но не забывайте про экстензии и гиперэкстензии. Недавно мне написала женщина под 50 лет, что начала тренироваться 2 года назад. То есть начала тренироваться, когда ей было уже далеко за 40. При этом испытывала проблемы со спиной, грыжи, протрузии. Естественно, ее персональные тренера гоняли по тренажерам. Максимум тяжелого, что давали на ноги, это жим ногами. Но не было никакого результата. И она нашла мой канал, нашла мои рекомендации по гимнастике, что нужно делать в начале тренировок всегда экстензии, в конце гиперэкстензии. И она начала это делать, почувствовала улучшение. И начала приседать. И вот чудо, говорит, спина ее стала меньше болеть. Так что, друзья, обращайте на это особое внимание. Не забывайте, что мышцы кора – это и поясничные мышцы, и мышцы пресса, и косые мышцы. И все их нужно тренировать. Для абдоминальных мышц и косых мышц лучше всего это, естественно, приседания и тяги. Плюс, единственное, по утрам нужно делать вакуум. Но вы все это прекрасно и так знаете. После вакуума можно подержать планку и сделать один подход скручиваний. Без дополнительного веса. До сильного жжения и плюс 10-12 повторений сверх вот этого ощущения жжения в мышцах живота. На тренировках качать пресс не стоит. Потому что, повторяюсь, он будет получать очень хорошую нагрузку во всех базовых упражнениях со штангой, с гантелями, которые вы выполняете стоя. Запомнили, экстензия в начале тренировки, гиперэкстензия в конце. Но опять-таки не путайте, экстензии это когда ваши ноги закреплены, а двигается корпус. Гиперэкстензия это когда корпус закреплен, а двигаются ноги. Ничего сложного нет, не стоит торопиться, у вас вся жизнь впереди. Сосредоточьтесь на плавности, сосредоточьтесь именно на том, чтобы как можно пошагово, медленнее, плавнее прийти в хорошую форму. Потому что все, что быстро приходит, также быстро имеет тенденцию и исчезать. Не гоните себя. Все делаете плавно, делаете все с удовольствием. Вы не готовитесь к соревнованиям, вы не готовитесь никаким серьезным фотосъемкам. От этого не зависит ваша жизнь, ваша зарплата. Поэтому вы находитесь в более выгодном положении, чем спортсмен. И если вы достаточно по-настоящему мотивированы, вы сделаете это гораздо безопаснее для своего организма. И надолго будете оставаться, а желательно навсегда, в этой прекрасной форме. Нужно понимать, что диета для больных людей. Поэтому то, как мы вносим свои изменения в питание, в свой режим, нужно делать так раз и навсегда. Не как какое-то наказание для себя, иначе вы это быстро забросите. Нужно понимать, что это мы делаем для того, чтобы лучше себя чувствовать, лучше выглядеть, соответствовать той или иной ситуации, соответствовать своему спутнику жизни, не позориться и не позорить рядом живущего с вами человека. Ну ладно, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. А все интересующие вас вопросы присылайте в стационарные посты в Инстаграм, ВКонтакте. А лучше всего пишите комментарии
под видео на YouTube. Я их все там вижу, не пропускаю и на все адекватные отвечаю. Если видео понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, смело ставьте дизлайк, но обязательно пишите, что не понравилось, с чем вы не согласны. Тогда это будет конструктивной критикой. Спасибо за просмотр!